Перед важнейшим полуфиналом домашнего чемпионата мира сборная Бразилии потеряла своего лучшего футболиста Неймара. Из-за травмы он лежал в больнице и смотрел этот матч по телевизору, а его команда проиграла сборной Германии с позорным счетом 7-1. И вот как это было. Ну чё, немцы, готовы соснуть бразильского хуйца? Я настолько уверен в победе, что даже заранее выложу фотку в Инстаграм, типа мы уже победили. Есть! О, вы не немцы, вы камикадзе. Сейчас Халк как разозлится, да как превратится из зенитовца в нормального футболиста. Вот тогда вам точно хана. Не то чтобы я не верю, но на всякий случай... Пятый? Да, красавчик, это именно пятый. Может, на этом телевизоре что-нибудь изменится? Блять, фашисты, вас что, не учили, что в гостях нужно вести себя немного скромнее? Отстаньте от меня, я не немец, я всего лишь порноактер. Порноактер? Ну тогда тебе это понравится. Гол! Привет, я Александр Кокорин. Меня называют русский Неймар. Ну, я себя так называю. Короче, советую вам особо не радоваться позору сборной Бразилии, потому что следующий чемпионат мира пройдет у нас в России. И если сборная Бразилии опозорилась в полуфинале, то мы с ребятами можем это сделать в любой момент. Да, Кенфеев? Да, вперед, Россия! Если такой крутой мужик, как Джордж Клуни, в космосе не выжил, то тебе, Васильев, точно пи***ц будет. Вас понял. Готовлюсь покинуть корабль. Куда ты в открытый космос без шапки? Ну, бабушка...